И валлахи, братья, для каждого искреннего мусульманина, для каждого, кто искренен перед Аллахом и искренне просит его, Аллах облегчит эту дорогу. Несмотря на все козни, которые строят тагуты, несмотря на то, какие бы они силы и усилия не предпринимали для того, чтобы помешать. И если Аллах Всевышний облегчит и захочет этого облегчения, то ничем они не смогут навредить и ничем они не смогут помешать. И даже если все люди и джинны объединятся для того, чтобы помешать тебе в этом деле, то они не смогут тебе помешать ни в чем, кроме того, что пожелал Аллах. И мой пример тому доказательство. Валлахи, Аллах сделал эту хиджру очень легкой для меня. И хвала Ему за это.